Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня обзорный ролик посадочного материала. В наличии поступили гортензии, для тех, кто ждал, достаточно большое количество сортов, кальмии. По кальмиям в этом году очень большое разнообразие. Каждый для себя может выбрать просто на любой вкус и цвет. Кальмии есть как более высокие, есть вот эльф, это низкие сорта. Поэтому по кальмиям прям широкий ассортимент. Для ценителей и любителей роз есть вот такая эксклюзивная роза. Это серия кружевных роз, которая называется Indian Raffles. Это розы, я думаю, которые, может быть, даже немногие знают, потому что это новый сорт, который имеет вот такие гофрированные кружевные лепестки. Очень необычный. Необычный сорт розы флорибунды, поэтому я думаю, что кто вообще занимается розами, любит розы, это просто находка. Также в этом году поступили анемоновидные георгины, просто очень красивые, гофрированные гладиолусы серии Raffles и камелии. Это просто фаворит. Такой красоты камелии я еще ни разу не встречала в свободной продаже. Обычно это растения, которые заказывают у коллекционеров под заказ. В этом году они идут по очень вкусной цене и доступны. Здесь можно выбрать и белую, красную, и розовую, и бело-розовую. Все это есть в нашем интернет-магазине «Цветочные мечты». Ссылочка будет внизу под данным видео, а также в прикрепленном комментарии. Посадочный материал отличного качества. Вот так это все выглядит в коробках. При пересылке в обязательном порядке все утепляется. Посмотрите, какие шикарные кальмии, потому что весь посадочный материал я отбираю сама. Никому не доверяю, еду, выбираю как для себя, чтобы покупатели нашего интернет-магазина остались довольны и всегда знали, что качество, как всегда, на высоте. Также вот такой вот, такая изюминка в этом году, так сказать, коллекции. Это вот такой лимон. У него не только варигатные плоды, но и листья. Очень-очень эксклюзивный лимончик. Это камелия японская. Много кал новых поступило. Очень хорошего качества. Бегонии. Просто идеальные луковицы, производство Нидерланды, но фасует все это агрофирма «Поиск». Саженцы, вот, например, гортензии, это Польша, вот, но они идут от «Поиска» вот в таких красочных упаковках. Есть еще ранункулюсы, есть эремурус. Обратите внимание, цена просто шикарная, потому что это дорогие растения. Но они сейчас нам доступны, потому что я делаю все для вас, мои дорогие друзья, покупатели. Ссылочка, как я уже сказала, будет внизу под данным видео. Вы можете перейти. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Я обязательно вам помогу и отвечу. Ну, а конкретно, наверное, по сортам будет отдельный ролик. Сейчас это просто обзор. Но, к сожалению, сейчас я не могу много сюда поставить, но еще есть и пионы, но я думаю, что все это я сделаю отдельными роликами. Поэтому переходите, заказывайте, обращайтесь, пишите комментарии и до новых встреч!